древняя литература – это не только произведение отцов церкви в виде книг, а древняя литература – это еще и литургическое творчество церкви. Оно, может быть, не воспринимается прежде всего как литература, но литургическое творчество церкви – это тексты, и как тексты они являются носителями определенного учения. Интересно, что когда вы будете читать православные книги, может быть, для вас это будет в первый момент сюрпризом, но когда нужно подтвердить какую-то идею, православные обычно ссылаются на три авторитетных источника. Первое, они так же, как и протестанты, цитируют священное писание. Второе, они цитируют отцов церкви, говоривших на эту тему. И третье, они постоянно цитируют фразы из литургии то есть там ахтаих глаз такой-то там и так далее просто вот ссылка на какую-то литургическую песню для православного богослова для подтверждения и развития православной мысли она практически так же авторитетная как ссылка на отца церкви или ссылка на священное писание и литургия, литургия именно как текст. Там мы с вами говорили, что это большая группа текстов. Ну, одно из, например, изданий вот такой богослужебной православной литературы, представляет из себя 22 тома. Ну, там, издают по-разному. но ну, вот, в общем, достаточно большой корпус книг он каким образом составляется. Я напомню, что в православной церкви есть так называемые круги, то есть есть службы для разных часов дня есть службы для разных дней недели есть службы для разных дней года и там особые знаменательные, знаменательные даты праздники воспоминания о святых и так далее привязанные к этим дням более того вот эти вот недельные службы для разных дней недели это было бы наверное очень скучно если бы все время повторялось поэтому их есть 8 разных наборов вот этих служб для разных недель. И в придачу к этому обычный порядок служб прекращается на время, например, постов, и там дополнительные есть наборы того, что в эти дни совершаться должно. Поэтому, если православное богослужение, ну, само богослужение совершать, то надо учесть часть дня, нужно учесть день недели, нужно учесть а, день года, нужно учесть, нет ли тут какого-то поста, а, нужно учесть, какой из восьми глазов используется, нужно учесть память каких-то святых, связанных с этим днем, и все это собрать вместе, все вот эти вот тексты, и, и, и создать службу. Есть даже специальная книга Марковой главы. Это инструкция по составлению всего этого вместе. А, на самом деле никто так службу практически никогда не служит. Это было бы сложно, тяжело. И когда в одной из семинарий решили провести службу по всем правилам, с учетом всех нюансов, примерно год вся семинария работала на подготовку этой службы, потом у нее создали, провели, вздохнули спокойно и начали делать все, как и делалось до этого. Но потенциально все это есть. И если это даже не используется в реальном богослужении, часто священники там из практических соображений все упрощают и пропускают какие-то элементы, тем не менее есть это как текст, и уже как текст это часть предания или выражение предания православной церкви, через которое православные учатся. Так что на богослужебные тексты ссылаются как на авторитетное утверждение, потом может быть, некоторые тексты даже почитаем богослужебные, когда займемся православной сатириологией. Еще интересная методика в православии существует, так как в время богослужения цитируется Писание, и цитирование Писания окружено другими текстами, то иногда цитаты из Писания толкуются не в оригинальном библейском контексте, а эти цитаты толкуются в новом богослужебном контексте, и просто окружающие фразы становятся контекстом для толкования этого стиха, что иногда привносит в текст новые смыслы, о которых вы бы даже, наверное, без православного богослужения никогда не догадались. Так что богослужение – это часть такого способа передачи учения в православной церкви. Мы с вами говорили, что это может быть особо значимо в трудные времена, в критические времена, когда нет возможности печатать книги, когда, может быть, нет грамотности, когда есть гонения, и люди могут с православным богослужением познакомиться только в рамках церковной службы. Они пришли, послушали, ушли, но через это в идеале они чему-то могут научиться. Ну и раз уж мы с вами говорим о богослужении, то нужно отметить, что богослужение это не только текстовая информация, хотя, конечно, текстовая составляющая здесь чрезвычайно важна, это еще и образная информация, это символика. Потому что помимо того, что в богослужении что-то говорят, в богослужении что-то делают там священники выходят, заходят, что-то перемещается, и вот эти все перемещения, что-то там символизирует выход Христа на проповедь, что-то еще. То есть вот, вот какие-то вот еще и символические элементы есть. Я не знаю, можно ли применить слово «театр» в отношении к богослужению, но по крайней мере какие-то элементы театрального действия есть и человек воспринимает информацию, учится, она передается православное предание еще и через видение того, что происходит. Ну плюс какое-то и эстетическое воздействие и так далее, плюс просто даже само ощущение человека пришедшего на богослужение, что вот он прикоснулся к небесному и вот это богослужение небо на земле и вот это вот ощущение, оно тоже в определенном смысле часть предания. Чуть-чуть про, про ощущение, стих процитирую. Мандыштам пишет: Вот дороносится, как солнце золотое, повисло в воздухе великолепный миг. Здесь должен прозвучать лишь греческий язык, взят в руки целый мир, как яблоко простое богослужение торжественный зенит, свет в круглой храмени под куполом в июле, что полной грудью мы вне времени вздохнули, а луговине той, где время не бежит. И Евхаристия, как вечный полдень, длится, все причащаются, играют и поют, и на виду у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится. Ну, вот так тоже можно ощущать православное богослужение. Так что православные учатся, православные определяют свою жизнь, свою веру, свое восприятие Бога через священное писание, через догматы церкви, через какие-то канонические правила, определяющие жизнь, через чтение отцов церкви, через чтение святоотической литературы и через участие в богослужении, где что-то и слышится, и еще и видится, воспринимается, ощущается. И это тоже то, как вовне выражается православное предание. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.